Что же займет еще не остывшее кресло Александра Кузьмичева? В понедельник на пленарном заседании городской думы был утвержден порядок проведения конкурса на замещение должности главы Ивановской администрации. Конкурс пройдет в период с 11 по 19 февраля. Документы от кандидатов будут приниматься с 21 января по 10 февраля включительно. В конкурсе может быть неограниченное количество, а вот на думу вынесут только две кандидатуры. Но перед тем, как вручить судьбу кандидатов в руки городских депутатов, члены конкурсной комиссии изучат поданные кандидатами документы, а также информацию от правоохранительных и других государственных органов и должностных лиц. Затем оценят профессиональные и личностные качества кандидатов в ходе очного собеседования. Кстати, в составе комиссии также произошли серьезные изменения по сравнению с прошлыми годами. Раньше предлагалось и депутатам областной думы, вернее областной думе вносить свою кандидатуру, то сегодня вносит губернатор, 4 представителя в комиссию, 4 представителя вносит Ивановская городская дума. Сегодня я зачитал фамилии тех представителей, кого предлагает губернатор. Мы сегодня определили, что в комиссию должны войти 4 председателя комитета городской думы, которые избраны депутатами. Но я хотел бы обратить внимание, сегодня просто сказали, что вот может быть было бы больше легитимности, если бы вошли там представители других партий. Мы говорим, что это рабочий орган, что там должны сегодня заседать как раз профессионалы, которые смогут отобрать. А вот принимать будет решение городская дума, кто будет главой администрации. На суд городских депутатов будут вынесены 2 кандидатуры, из которых голосованием и будет избран новый сити-менеджер сроком на 2 года. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.